Привет. Выхожу в эфир, потому что есть один вопрос, который просто встречает жуткое недопонимание со стороны клиента. Они почему-то считают, что оплата за импорт возможна только в валюте и только на зарубежный счет. Но сейчас это возможно и внутри Москвы. Можно за импорт заплатить, например, китайской компанию, которая открыт счет в Москве, в Bank of China, например, в российском отделении Bank of China. Российский счет заплатить рублями китайцу по импортному контракту. Соответственно, эта оплата, она без НДС. Вы с НДСом не можете заплатить по импортному контракту. Это не понимают люди. Смысл вообще схемы очень простой. Вы платите китайцу рублями по импортному контракту за тот товар, который вам нужен, оформляя платежку вот по такому вот виду. Китаец получает рубли и дает команду из другой страны, из другого счета оплатить уже валюту на счет вашему поставщику. То есть вы товар покупаете, возможно, в Европе, но при этом платите за этот товар китайской фирме в Москве рублями. Соответственно, тут НДС никак не может быть. Ну и дальше идут только варианты такие. Китаец вам потом платит из Китая или из Гонконга, или из, например, Болгарии, или из Румынии, или даже из Финляндии. У вас четкий разрыв безнальной цепочки. То есть деньги, которые получает ваш получатель, никак не привязать к российским. Берегите себя.